Всем привет, ребят! Сейчас буду садить помидор. Буду садить, как и все предыдущие года, вот в такой рядок. То есть я прорыл тяпкой не сильно глубокий, сантиметров может 12 в глубину рядок. Пораскладываю сейчас очень густо помидоры. Я всегда так сажаю. И помидор валом всегда, ребят. Вот на вот такое расстояние, максимум 20 сантиметров возле куст, ну, между кустами. Но между рядку делаю около 80 сантиметров. Потом мои помидоры будут окучиваться. И в таком положении, ну, то есть в таком положении, в окученном, они будут расти без полива. Потому что в коме земли будет всегда влажно. И помидор поливать не нужно. Помидор — это растение сорняк. Можно сказать, у него корневая система нарастает в любой точке куста, который дотрагивается с землей. То есть будут пасынки на нем, они будут ложиться, они будут укореняться. Даже если вы покупаете какой-то супер дорогой сорт, можно будет его размножить вот такими вот пасынками. Они у вас подрастают до нужного размера, сантиметров 15-20. Вы их вот так отламываете, укореняете или в песке, или сразу в земле, ну, с большим количеством воды. Они очень легко пускают корни, и у вас при затрате на посадочный материал небольшой суммы будет очень-очень много помидор, потому что пасынки вылазят под каждым листочком. Мне пасынковать не надо, это низкорослый помидор средней спелости, волгоградский. Я его вот так буду раскладывать сейчас. Помидор очень сильный, очень качественный. Я вам рассказывал в прошлых роликах, что я не сажаю рассаду, я пошел купил. Один кустик стоит 2 гривны. Но это вообще 3 копейки на самом деле. Мне кажется, что покупать семена и выращивать для себя вот 200 штук, мне просто времени на это нету. Я вот так купил в нужное время рассаду, посадил за один день, окучил на следующий день. Ну, не на следующий день, где-то через недельку-полторы, когда помидор укоренится. И на этом все. И дальше жду урожая. Не пасынкую, не поливаю рассаду. Просто закопал ее очень глубоко. И на этом все. Сейчас сильно глубоко закапывать не буду. Вот где-то до второго листа. Помидоры можно. Перец нельзя закапывать глубоко, потому что перец не любит этого. Он может стебель загнить. А помидор, вот до сколько ты его закопаешь, и он на всю длину стебла пустит корешки. И чем больше корней, тем сильнее куст. У меня будет вот такой потом густой ряд. Я вам обязательно это все засниму, покажу. И междурядка будет не сильно пропускать меня. Будет прям густая латка. У нас лето. У нас зона рискованного земледелия. У нас очень мало летом дождей. И при этом, если помидор будет посажен редко, то помидор будет жариться на солнце, и он не будет вызревать, он будет еще зеленый гореть. А мне нужно, чтобы у меня был красивый красный помидор, который можно закрыть в банку. Вы видели, как я закрывал помидоры. У меня это все есть на канале. Так что мне нужен красивый помидор. А красивый помидор вырастет только в загущенной посадке, то есть в земле. Ну вот так. В общем, я сейчас пророю еще один рядок. Раскидаю все свои 100 помидор. Сегодня купил 100, потом еще докуплю, потому что сегодня только 16 число. И есть вероятность, что в числах 20-х может быть заморозки. Помидор не боится засухи, но мороза он боится даже минимального. Даже при нуле подмерзнут листы. Поэтому я не рискнул посадить сегодня всю рассаду. Купил 100 штук и где-то через неделю куплю еще 100 и досажу. И вот такой небольшой участочек, где будет посажено всего 200 корней, у меня будет. Даже если куст каждый даст по 2 килограмма, это чуть меньше, чем полтонны помидор. Я думаю, вы понимаете этот объем. Куда его девать, я понятия не имею. Но лучше пусть будет больше, чем не хватит. Так что, ну, вот такие вот дела. Вот так, ребят. В среднем
20 сантиметров между каждым корнем. Вы сейчас мне можете написать, что это очень густо, ничего не будет родить. Очень много людей садят не настолько густо, но при этом садят вот так по два. И получается вот так, смотрите. Видите? Не густо, а я сажу по одному. У меня широкая междурядка, и при этом каждый корень находится один в земле. И все питательное вещество, которое там есть, получает каждый корень. Куст при этом сильнее. Помидор валом, да, загущенная посадка, да, много зелени, но при этом и много помидор. Вот так. Так что техника работает. Сажаю не первый год помидором валом. Всегда. Сейчас полью. Полью вот. У меня 4 ведра. Если мне немножко не хватит, пойдем еще наберем. Поливать буду по одной граммульчике. Вот так. Нет смысла просто поливать землю. Там, где находится корень, и хватит. Вот так. Одной кружки литровой на 4 куста. Все. Вот так. В общем, сейчас пролью и буду садить. Вот так, ребят, 4 ведра. Оказалось даже много на 100 кустов. Вот получилось, залились вот так полностью ряды. Сейчас жду, пока впитается вода, чтобы не месить прям вот эту жижу. И буду закапывать. Закапывать помидоры. Не нужно там какие-то технологии. Я вам сейчас быстро покажу. Раз, ляпнул, зарыл, все, забыл. И ни один помидор не засохнет, если никакой жучок его не подгрызет. Но я не хочу использовать никакой химии, потому что хочу полезные овощи. Так что вот так. Ну, водичка уже ушла. Начнем садить. Ну, то есть садить. Уже начнем заканчивать, потому что осталось только зарыть. Вот так. Все, начинаем. Вот и все, ребят. У меня на это ушло 10 минут. Помидоры посажены. В некоторых местах земля потверже, в некоторых мягенькая, но с этим ничего не поделаешь. Все посажены на одну глубину, примерно 12-15 сантиметров. Может завтра, может послезавтра я их окучу. И тогда
Тогда я больше никаких процедур на них не будет производиться. Дальше будем ждать только помидор. Это, еще раз повторюсь, средний помидор. На некоторых кустах уже видно кисти, ну, цветов, но пока еще ничего нету. Вот так выглядит посадка. Нужно смотреть на нее из стороны, чтобы вы понимали, насколько густо посажены помидоры. Еще раз повторюсь, где-то 20 сантиметров в ряду, ну, между растениями. И где-то 70-80 в самом, в междурядке. Ну, вот так. Следующий ролик будет об окучивании. Эта процедура несложная, просто нагортаем землю с обеих сторон, прямо на куст. Оставляем только верхушечку. Но нужно, чтобы помидор укоренился. И все. И тогда просто дожидаемся помидор. Так что вот такие вот дела. Думаю, больше тут нечего добавить. Скажу, что посадил 100 помидор, ушло 4 ведра воды. И все, больше их поливать не буду. Ни разу. И вам обязательно их еще засниму, потому что вы потом мне будете писать, что они все засохли. Нет, ребятки, никто ничего не засохнет. Завтра они нагнут листья днем, вечером они их опять поднимут. И так пару дней, пока не укоренятся, пока не пустят из старых корней новенькие, маленькие. И все. И тогда они будут хорошо воевать с солнцем. Ну, а пока я буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Огурцы, которые я садил пару дней назад и ни разу не поливал, стоят вон, отлично себя чувствуют, борются с нашим жарким солнышком. И, ну вот смотрите, ничего ни разу не поливал. И думаю, что у них будет тоже все хорошо. Нам обещают вот через пару дней дождь, и вот тогда они начнут плестись. А пока стоят, просто акклиматизируются. Все, ребят, всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.